до привітань всієї Харківщини, яка вам пишається, долучається і президент України. І сьогодні я буду рада передати вам державні нагороди, вручити їх від президента України, поздоровити вас із новорічними святами, із різдвяними святами, а також побажати натхнення і подальших перемог. Ми дійсно приділяємо велику увагу спорту у Харкові і розвиваємо спорт не тільки на Харківщині, а й намагаємося заявити про Харків далеко-далеко за її межами. Тому підтвердження було і проведення чемпіонату Європи з боксу цього року. Надзвичайна подія, котрої ніколи не було в Україні, але ми змогли і досягли того, що в Харкові провели такого масштабу чемпіонат. Ми завели футбол до Харкова, і сьогодні кожен вболівальник може насолоджуватися грою команд, які виступають на найкращих аренах. Я дуже сподіваюся, що це тільки початок нашої великої заявки на те, що Харків – це спортивна столиця, те, що ми маємо гарний спортивний потенціал, і те, що ми впевнено йдемо до перемоги. Сьогодні я від президента України передам вам державні нагороди, які свідчать про державне визнання ваших особистих спортивних досягнень. Я вам бажаю всього найкращого в наступному році. Здоров'я, щастя, сили, мабуть, впевненості в собі і впевненості в тому, що вас підтримують ваші близькі, ваші вболівальники і вболівальниці, і ми вас будемо підтримувати в церемонії нагородження. Орденом за заслуги другого ступеня нагороджено Карюченка Дмитра Миколаєвича, чемпіона та багаторазового призера чемпіонатів світу з фехтування. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджено Даніленка Валерія Олексійовича, тренера-викладача комунального закладу школи вищої спортивної майстерності. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджено Хвороста Максима Володимировича, чемпіона та багаторазового призера чемпіонатів світу з фехтування. Юрий Александрович, и пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить вас. Я со стадиона ХТЗ, то есть я просто благодарен за зал, который вы сделали бокса, за стадион, который вы сейчас делаете, помогаете. Вот мы рассказывали, что типа вот мы сделаем. Ну, знаете, как обычно мы там, ну... Кожен приходит и кожен... Кожен балакает. А тут реально эти вещи, вот мы видим, они реально сделали зал супер. Это один из лучших залов сейчас у нас на Украине, просто красавец. И на стадионе постоянно работа идет, ну очень приятно, честно. Это вот для детей, для подрастающего поколения, для всего это, ну, мы оставляем вот такие постройки, залы, где будут люди приходить заниматься. Ну это очень дорого стоит. Спасибо большое. Этот год был постоянно на сборах. Уезжал, приезжал, зале ремонт делает. А вот в конце года я зашел, ну, я не понял, куда я зашел. Очень хороший зал, спасибо вам большое за это. Мы збільшили підтримку спорту. І будемо продовжувати вас також підтримувати. І вас, кожного особисто, за ваше спортивні досягнення. І спорт в цілому. І ремонтувати будемо, і закупати нове обладнання будемо. І будемо робити все для того, щоб популяризувати спорт. В этом сезоне в составе сборной страны завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в городе Тбилиси, в Грузии. Последние, вот, ну, минимум года два, я поймался на мысли о том, что я не хочу завязываться в спорт. Я вам признаюсь честно, потому что, несмотря как бы на свой уже достаточно немолодой возраст, мне 35, но поддержка чувствуется колоссально, вот и в том числе Харьковской областной администрации, со стороны Юлии Александровны, со стороны вообще всех как бы организаций, но любой вопрос, он решается, это и финансового характера, и инвентарь, то есть вообще нет никаких моментов, абсолютно. То есть хочется продолжать тренироваться, хочется продолжать выезжать на международные старты и привозить только награды самого высшего достижения. Я тренер Юрия Шестака, чемпиона Европы 2017 года, четвертьфинале чемпионата мира в Гамбурге 2017 года. Сделали ремонт просто великолепный. И ремонт не просто у нас в зале бокса, ремонт на стадионе идет. Постоянно мы чувствуем поддержку. Ну, то есть это как бы очень дорого сейчас стоит, наше тяжелое время. То есть это как бы много детей. Много детей, сразу обновился зал. У нас зал практически не вмещает сейчас деток, которых мы набираем. Ну, то есть приятно в таких условиях работать. Когда мы вспоминаем, там лет 10 назад у нас был зал, ну, если чтобы вы понимали, в 70-м году был последний ремонт сделан.
Вот представьте, это ХТЗ, да, да, стадион ХТЗ. То есть сегодня мы имеем уже сучасную базу прекрасную, именно боксерскую. В манеже прекрасный ремонт делается. Я там посмотрел, я там гулял, там теннисный зал. Ну, то есть много живет стадион, работает все, да, прекрасно, просто радуется. Много, много, много. Бокс сейчас вообще очень популярный вид спорта, особенно после таких соревнований, которые в Харькове проходили, чемпионат Европы.